Не мысля гордый свет забавить, всем сердцем школу возлюбя, мы постараемся представить здесь альма-матер и себя. Вот дом, в котором уютно всем. А это директор, мудрый и строгий, который ведет нас по верной дороге, храня от различных невзгод и проблем. Дом, в котором уютно всем. Вот заучи наши, в тревогах, в заботе, в учебной, а также в неклассной работе. У них не найти недочетов, пробелов, директору помощь и словом, и делом, который, конечно, и мудрый, и строгий, который ведет нас по верной дороге, храня от различных невзгод и проблем. Дом, в котором уютно всем. А это, друзья, познакомьтесь, учитель истории, химии, если хотите, физрук, математик, физик, биолог, а вот литераторы. Это психолог, технологи, библиотекарь, учитель пения, имеют все ангельское терпение, начальная школа, географ, английский, ИЗО, информатик, иные и присно, владея предметом, методикой ловко, вбивают науки в ребячьи головки. А вот воспитателей дружный отряд, любовью они окружили ребят, они и за маму, они и за папу, для деток своих, хоть к чудовищу в лапы. А вот наконец-то и наши ребята, семьей живут дружно, пускай не богато, несчастных у нас не отыщите лиц, все лучшее детям, таков наш девиз. Творим, сочиняем, танцуем, поем, театр посещаем, в походы идем, у нас не случайно талантов не счесть, всех рангов уже победители есть. Успехами каждый гордится учитель, истории, химии, если хотите, физрук, математик, физик, биолог, русист, литераторы, школьный психолог, технологи, библиотекарь, учитель пения, горды подрастающим поколением. Информатика, валеология, психология, социология. Исключительно с целью реабилитации в жизнь нашу входят инновации. В вопросах детской адаптации недопустима профанация. Нам по плечу любое дело. За все беремся дружно, смело. Антирутин и этикет, проект здоровья. Весь пакет исследований и решений и в обилимпиксе свершений. Успехом в области искусства, язык, литература, чувства. Все это часть лишь направлений, где нет в динамике снижений. Пути научного познания. Все в центре нашего внимания. Есть, правда, парочка проколов. Но это не для протокола. Мы постараемся представить здесь алло. Должны ехать на экран. На кого? Красиво. На Ларису Витальевну. Попробуем.